А ты втыкалку не взял? Втыкивалку в дерево. Какую втыкивалку? В дерево. Синхронизация звука. Какая втыкивалка? Ну, ручку делай. Так молоток ты ведь брал. Чё ты мне врёшь? В рюкзак загляни. Не могу. Загляни в рюкзак, говорю. Дай загляну в рюкзак. Собрался на прогулку, что ли? Чё ты думаешь, один скотчем мы отделаемся? Ну ладно. Колесо спустило. Чё, правда? Да. Ну куда ты? Ну давай. Нормально колесо. Дай пощупаю. Нормально, камень. Давай. Давай прыгай, какашка. Отойди. Перед. Отойди. Oh, you touch my tra-la-la. Заводи тебя. Давай. Я тебе сейчас жопу порву на фашистские знаки! Surprise, motherfucker!
Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это, вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. Вот это. Что это такое? Это аккумулятор от автобуса. На телефоне я через диктофон пишу. Раз, раз. Раз, 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 это хардбас. Я проверю запись. Что-то мне кажется, звук вообще хреново записался. Мы доехали. Еще до мусорки такие раз и хотели уже разворачиваться. И думал за нами. А нифига, что-то за нами не поехали. Березка, березовый сак должен найти. О. Идет запись красная? Да. Ну все, я погнал. Камеру вырубай! Ладно, там расчехлюсь. А точно скотч есть? Наверное. Со звуком вообще какая-то сложность. Я ударился локтем! Ну, в шлеме на березу залез. Вот следы есть от прошлогодних моих У меня голова в шлеме не влазит тут на березу. Так, ну что, хвататься. Я свои кеды порву. Надо хорошо закрепить эту манду. Ой-ой-ой. Вот у меня дырочки тут, березы уже завертякиваются. Березовый сок брал. В том году ветка сухая, нет? Нет, тут что-то влажненькое. Лёха! Хули ты орёшь, полудурок? Тут я! А чё ты тут делаешь? Ёлку высматриваю! Ага. Ох, тёпленько пошло. Ты же не лазит так высоко. А вот тут почему-то это. Чёрт. Хоть я не трогал тут вообще. Значит, сок есть. Какие-то ползают. И кто-то уже ползает. А тут скорость приезжает. Подстается. Вначале надо привязать банку. Только потом уже. Заниматься делом. Что там делаешь? Ты что, ебанутый? Что ты там делаешь? Класс, банка, бутылка. Ветер задувает, но не знаю, как это телефон. Звуком такие вообще травмы. Лента липкая. Что, прямо здесь мутить? А? Ну, естественно. Что-то мне ремнем горло перетянуло на ослабить на стороне березе. Потом отрежу. Все,
чем кусать-то? Все, примотали бутылочку. Сейчас напильник достану. Какой-то в землю смотрит. Это... О, сок полился вообще-то. Сейчас польется вообще. Где трубка? Что они у тебя? С головой-то. Ой, за сандалин. Че, батарея заряжена? Ну и ладно. Мимо чуть-чуть. Трубку тоже надо примотать. Вот я вижу, как по трубке кто-то поступает. Давай скотч. Проведем макросъемку. Ништяк. Че ништяк, там все мимо течет. Я тебе говорил, большая дырка, наверное. Стресс. Мимо капает. Давай другую трубку, блин. Фигня это все лошпецкая. Сейчас что-то идет не так, переделать лучше. А, на меня, на меня. Лучше переделать. Я весь в соке, нифига его там дофигище. Кого? Сока. Где? Да на меня брызжет прям. Ну-ка. Где тут что это? Убирай этот скотч. Ай-я, глаза. Я ломал стекло! Не, хуйня. Сок очень вкусный и это... И насыщен. Ну и чё? А я не могу настроить ничего. Вот, вот такое дуплышко. Да да, я сделаю нормально. Значит, что мы делаем для начала? Ничего не делаем. Находим подходящее место. Приматываем бутылочку, желательно скотчем и покрепче. Потом делаем сверху желательно 3-4 дырочки. И втыкаем туда трубочки. Но перед этим их нужно завести в бутылочку. Одной трубки хватит. Дырочку нужно делать в глубину где-то около 2 сантиметра. Ну и трубочка. Чтобы кончик трубочки вошел туда. Ну, чуть меньше половины. Сейчас трубочка в говнище загнила. И тем вы, чем выше вы уберете, тем вкуснее и насыщеннее сок. Потому что когда он проходит через ствол, то там проводится множество фильтраций. Как мне закрепить это? Что там капает? Я там не капал. Капает, капает, еще как капает. Ну я даванул, конечно, капает. Да нифига не работает, на теле нормально шуло. Да все работает, ты че сопли распустил? Потом хочешь приехать, чтобы у тебя ничего там не было? Чтоб ты, вот то, что ты зря сейчас, да, пытался? Надо еще раз молотком, там это, древесина обратно сомкнулась. Так потому что раздвигать надо, мужик ведь говорил, просто забить недостаточно.
Не фартануло. Делаем повтор. На. Чё? Молоток. Суй. Стреляй, пока ты не закрыл. Трубка вся закипается. Высота где-то 2-3 метра, может быть. Что не течет? Да, это песочная. Песочная газа. Че это за дырки здоровые? Так я вот тогда, в том году, вот так же делал. А че так сделал? Ну так они, видимо, так это растянулись. Откуда я знаю, что они такие здоровые. Это маленькие. Чтобы зарасти, видимо, надо растянуться им древесину. Потому что мы не замазали воском. Так-то замазывать. Приедем с воском замажем. Что, капает? Одной хватит? Нет. В смысле нет? Куда ты собрался вторую? Вроде бы процесс пошел успешно, капельки идут, все пучкасто. Поехал, блин, куда-то. Еду. Ой, Samsung Galaxy S3 разрядился, 2% на аккумуляторе, короче, осталось. Вот березы мы там, завтра заберем. Березовый сок. Нравится? Да. На этом все. До свидания.